Вот то самое лучше фотографировать. Пташок. Да. Свийских тварей. Банька. Ощущение, блядь. Сейчас сегодня буду дальше. Новости? Сладкая ягода, мы плечи пихнем. В результате одного лишь этого вчерашнего обстрела есть пострадавшие уже сегодня, по данным городских властей, как минимум 5 раненых. Всего, по официальным данным, меньше чем за 2 недели с момента эскалации конфликта в ДНР 20 погибших мирных жителей и больше 60 раненых. Донецк был обстрелян днем, причем обстрел велся по центру города, мы были этому свидетелем. Удары были нанесены по жилым кварталам. Сейчас относительно тихо, хотя порой слышны звуки выстрелов. По опыту город может быть атакован в любой момент, какие районы могут стать целью, здесь, конечно, никто не знает. Народная милиция ДНР обвиняет в обстрелах украинских военных группировок у Донецка. Так, убав!